Всем привет! Дядя Юра делится своими мыслями на матч второго тура группового раунда Лиги наций между сборными Уэльса и Бельгии, который состоится 11 июня. Информация будет полезна слушателям, которые привыкли думать своей головой, а не слепо следовать советам других. В матче второго тура сборная Уэльса в матче с драматической концовкой проиграла Нидерландам 1-2. На 90 плюс 2 минуте хозяева сравняли счет, а буквально через минуту в ответной атаке гости вырвали победу. Бельгия под горячую руку разгромила Польшу 6-1. Хозяева начали матч со шквала атак, но гости стойко держали оборону. Более того, в середине тайма Левандовский забил гол, чем серьезно озадачил бельгийцев. К счастью для хозяев, Витцель забил гол в раздевалку, и на перерыв команды ушли при счете 1-1. Во втором тайме хозяева продолжали оказывать давление на соперника, и таки количество перешло в качество. С середины второго тайма едва ли не каждый удар Бельгии оказывался результативным. Голы забивались на любой вкус с разных дистанций. Особенно был хорош третий гол Троссарда. Давайте посмотрим на статистику очных матчей команд. Сейчас Уэльс занимает 18-ю строчку в рейтинге FIFA, Бельгия – вторую. Соперники встречались 15 раз. Бельгия выиграла 6 матчей, Уэльс – 5. В последнее время соперники провели много личных встреч, причем все они были в рамках континентальных или мировых первенств. Уэльс в последнее время стал играть нехарактерно для себя и забивая, и пропуская. Из последних 7 матчей валийцев лишь один нулевой. Самый любимый счет Уэльса сейчас это 2-1. Встречался 3 раза в последних 5 матчах. Бельгия традиционно для себя играет очень результативно. Из последних 12 матчей лишь 2 низовые. Причем одна из этих игр была как раз у Уэльса. Также стоит отметить, что Бельгия выиграла только половину из последних 12 своих игр. Надо признать, что Уэльс достаточно неудобный соперник для Бельгии. Валлийцы решили главную задачу сезона, отобрались на чемпионат мира в Катар. Теперь могут играть в свое удовольствие. Бельгия в какой-то мере спустила пар в предыдущей игре с Польшей. Теперь можно ожидать, что каждый второй удар гостей не будет уже голевым. Котировки на победителя матча. На победу Уэльса дает коэффициент 4.25, на победу Бельгии 1.83. Ну, в норме, если здесь не случится ничего неожиданного, Бельгия должна побеждать где-то в районе 2-0. Тотал голов. Уэльс в последнее время строго чередует низовые и результативные матчи. На очереди стоит низовая игра. Бельгия, ну, уж очень результативно отыграла первые два тура этой Лиги наций. И здесь логично оставить выбор на низовом варианте матча на тех же 2-0. Обе команды забьют, да нет. Уэльс аномально много как для себя отыграл забивных матчей. Последние три очных матча этих команд также были забивными. Но вот время нулевой игры уже давно настало, опять же те же самые 2-0. Подводим итог. Ожидаемый вариант это тотал меньше 3.5, коэффициент 1.34. Оптимальный вариант обе забьют нет, коэффициент 2.00. Доходный вариант победа Бельгии с фора минус 1.5, коэффициент 3.26. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.